любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Им стоит не так рьяно бороться за власть и несколько умерять желание взять все и вся под свой контроль. Обладателям этого имени не следует забывать, что в большинстве случаев они лишь игрушки в руках слепого рока. Нужно вовремя остановиться и не наделать фатальных ошибок. Звук «ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Буква «ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Звук «н» в имени этого человека считается знаком протеста. Значение буквы «ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Владельцы этого имени находятся под покровительством Сатурна, одной из самых мрачных фигур в планетарной системе. Значение буквы «а» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Этим людям характерна внимательность к жизни. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.